Закревский Вячеслав Николаевич, врач-акушер, сторонник лечения естественными методами, исповедует православие, родился 9 августа 1964 года в Одесской области. В месячном возрасте после прививки БЦЖ перенес тяжелую форму остеомиелита левой ноги. Среднюю школу окончил с золотой медалью. В 1981 году поступил в Одесский медицинский институт. Затем с отличием окончил Горьковский медицинский институт, получив военно-медицинское образование в 1987 году. 4 года работал военным врачом в группе советских войск Германии, где в армейских условиях впервые пришлось принимать роды. В 1991 году начал работать врачом-акушером-гинекологом в одной из городских больниц Одесской области. После 7-летней работы в роддоме началось переосмысление нравственных приоритетов профессии. За год до увольнения из государственного родильного дома Вячеслав Николаевич отказался от выполнения абортов. Активное воцерковление начал с 2000 года, после знакомства с будущей женой. В семье у Вячеслава 4 детей – сыновья Николай и Александр, дочери Глафира и Тамара. Семья Закревских проживает в сельской местности, где старается вести простой образ жизни, работает по благословению духовника. На сегодняшний день принял около 400 родов различной степени сложности, в том числе после кесаревых сечений. На принятие некоторых родов берет благословение у правящего архиерея. Как родить здорового ребенка? Как лучшим образом подготовиться к зачатию ребенка? Ну, это достаточно обширный вопрос, который необходимо было бы разбить на несколько подвопросов. Но прежде всего, рождение ребенка – это процесс не только физический, но и духовный. И, к счастью, в прежние времена это очень четко понимали наши предки, христианские предки. Они заботились об этом. Каким образом? То есть в духовном плане они обязательно исповедовались, причащались, они соблюдали все посты очень строго, так, как того требовал церковный устав. Обязательно перед тем, если были какие-то проблемы, они ездили в паломничество по святым местам, они просили благословения у священника, у монахов, просили благословения у преподобных, прославленных в то время. И Господь давал им детей по их прошению. Интересен был такой момент, что если в семье очень долго не было детей, и потом, спустя 10-20 лет, ребенок рождался по молитвам, то семья давала обет посвятить его Богу.
Как правило, на первого ребенка после длительного промежутка бесплодия, на первого ребенка мама сбрасывала все то лишнее, что она успела накопить, то, что ей передали родители. И таким образом первый ребенок как бы принимал на себя и духовные, и физические грехи семьи. Затем он, поэтому он рождался, как правило, хилым, слабым. Но если родители давали обет посвятить его Богу, то этот ребенок шел в монастырь или как минимум был священником и молился за всю семью, хотя часто слабым здоровьем. Дело в том, что вне монастыря он уже не мог жить, потому что если он такой ребенок уходил из стен монастыря по какой-то причине, то он просто погибал, либо мир его так затягивал, что он просто не был у него другого пути, как опять возвращаться в монастырь. Но в этом я могу вам привести пример, как из «Очарованный странник» Лескова. Помните этот фильм, да? Когда человек, мать посвятила его Господу, а он все никак не мог найти себя в этом мире, и затем уже под конец жизни он все-таки пришел в монастырь, рассказал свою, так сказать, трудную судьбу. Затем, если вернемся к нашей семье православной, если мать рожала второго, третьего ребенка, то на этих детей уже очень меньше гораздо приходилось токсинов от мамы, которые шли во время беременности, и эти дети были здоровее гораздо. И вот в этом плане складывается очень интересная ситуация. Первый ребенок слабый физически, но сильный духовно, и духовно себя подкрепляющий ежедневной молитвой, он молится о том, чтобы весь его род, таким образом он как бы духовно питает род и последующих детей. А второй, третий и последующие дети, они составляют физическую составляющую рода. То есть они отличаются более крепким здоровьем, они пашут землю, они рожают уже здоровых детей. То есть получается была интересная ситуация духовного и физического единства, когда вот этот вот образ жизни христианский, он помогал не только растить, выращивать здоровых детей, но и помогал сохраниться роду. Вот. К сожалению, в последующие годы, по мере оскудения веры наших людей в Бога, эти серьезные механизмы были порушены. В 17 веке антиохийский патриарх Макарий путешествовал по России. Вот какое свидетельство об этом событии оставили путешественники. «По всей земле русских, то есть казаков, мы заметили возбудившую наше удивление прекрасную черту. Все они, за исключением немногих, даже большинство их жен и дочерей умеют читать и знают порядок церковных служб и церковные напевы. Кроме того, священники обучают сирот и не оставляют их шататься по улицам невеждами. Мы весьма удивлялись обилию всяких благ у них в домах. В доме каждого человека по 10 и более детей. Они погодки и идут лесенкой один за другим, что еще больше увеличивало наше удивление. Дети выходили из домов посмотреть на нас, но больше мы на них любовались». И хотя из них убиты в эти годы во время походов сотни тысяч, и татары забрали их в плен тысячи, при всем при том они многочисленны, как муравьи, и бесчетнее звезд. Так и думаешь, неужели у них женщины рожают 3-4 раза в год и по 3-4 младенца вместе? Но вернее то, как нам говорили, что в этой благословенной стране нет ни одной женщины бесплодной». И вот то, что мы сейчас имеем дело у нас в нашем обществе, это третье-четвертое поколение людей, живущих без Бога. То есть за 3-4 поколения наши мамы, наши бабушки успели накопить очень много грехов, и вот эти грехи сейчас воплощаются в их детях и внуках. То есть внуки не могут родить, правнуки рождаются больными, если они рождаются. И без покаяния, без возврата к тем устоям, которые были раньше нас, мы просто ничего не сможем сделать, мы просто будем вымирать. Интересно, что сейчас вот эти дети больные, такое количество больных детей, которые рождаются, это молитвенники за род. Если мы проведем аналогию с прежними временами, то практически каждый род у нас сейчас дряхлый, который нуждается в своих молитвенниках. И если таких больных детей родители не приводят в церковь, не исповедуют, если не причащают их, если сами не исповедуются, то практически такой род угасает. Сейчас нам дается время для осмысления всего этого, для того, чтобы сделать правильные выводы. И, естественно, большую роль в рождении здорового ребенка играет то положение в акушерских роддомах и в других стационарах, в частности, то, что имеет сейчас место. Дело в том, что судьи кто, зададимся таким вопросом. То есть кто сейчас принимает роды, кто готовит к родам сейчас? То есть духовная сущность этих людей, гинекологов наших, но она оставляет желать лучшего, к сожалению. Почему? Потому что студент, вернемся немножечко к тому, как готовят наших современных гинекологов. Дело в том, что студент, который собирается стать гинекологом, он обязательно должен делать аборты. Если человек делает аборты,
хотя бы сделал один аборт сам, то происходит его отчуждение от Господа. Он как бы предается воле сатане, ибо он совершает детоубийство невинного младенца. А что может быть страшнее этого греха? Даже убить вооруженного человека или просто взрослого человека, я думаю, это является меньшим грехом, чем убить невинного младенца, который даже защитить себя не может. Естественно, что такие врачи невольно впадают в тяжкий смертный грех. Вот. И далее, по мере того, как они совершают аборты, они все дальше и дальше отдаляются от Бога. И представьте, что к такому гинекологу на прием, женскую консультацию или в роддом приходит женщина. Какой совет он может дать ей, если он служит сатане? Естественно, только сатанинский. Вот. И поэтому все акушерство сейчас у нас оно исковеркано. То есть оно дает советы совершенно противоположные тем, которым должны даваться. Получается так, что женщину 9 месяцев готовят в условиях женской консультации, а потом в течение 2-3 дней ее берут и кесарят. Допустим, делают кесарево сечение, либо рождается больной ребенок, либо женщина, не дай бог, сама умирает. О чем это говорит? Это говорит о том, что 9 месяцев женщину либо готовили неправильно, либо целенаправленно приводили к тому, чтобы она пошла на кесарево сечение. Ну, я думаю, что о целенаправленной подготовке здесь речь все-таки не идет, потому что все мы люди, хоть и согрешившие, но люди. А вот о невольном, так сказать, оказании такой вот медвежьей услуги беременной женщине, об этом можно говорить. Ну и для этого сейчас я бы хотел провести некоторые параллели между тем, как готовят женщину в условиях женской консультации и как бы ее необходимо было бы готовить. Особенно учитывая то, что существует параллельная подготовка женщин, так называемая подготовка к естественным родам или естественная подготовка. Ну, в частности, допустим, если женщина приходит в женскую консультацию, ее, вне зависимости от срока, ее пытаются уложить на кресло, что является крайне противопоказанным. То есть осмотр в случае 2-3 недель женщины может и зачастую приводит к нарушению беременности, приводит к выкидышу. Вот вам один из сатанинских направленностей. То есть врач, сам того не понимая, невольно способствует тому, что происходит выкидыш у этой женщины. Второй момент. Таких женщин, как правило, независимо от срока, направляют на УЗИ. Хотя ценность УЗИ в данном случае совершенно не обоснована. То есть ценности нет никакой. Но мало того, что ребенок, вот представьте себе, что вот ребенок 6-недельный, это маленький плод, а вот это вот 8-недельный. Вы, наверное, можете увидеть, какая большая разница между этими малышами. Да, прошло всего лишь 2 недели. О чем это говорит? Это говорит о том, что ребенок за эти 2 недели проходит очень сильный, очень быстрый путь, очень длительный сильное путь, развитие. Сильное развитие происходит его, да. Вот. И если в этот момент такого ребенка подвергнуть УЗИ обследованию, то вот эти быстрые делящиеся клетки, они начинают неправильно делиться. И происходит изменение в закладке внутренних органов. Интересно, что, допустим, в Норвегии там первое УЗИ делают 19 недель. В Италии, в Испании то же самое 12 недель. В Англии первое УЗИ 12 недель, следующее УЗИ по необходимости. То есть, если женщине УЗИ не надо по ее состоянию здоровья, то его могут не делать до самых родов. К сожалению, у нас имеет место совершенно обратный процесс. Почему так опасно УЗИ? Дело в том, что УЗИ, оно обжигает ребенка. Вы помните, у нас очень много, еще 20-30 лет назад было увлечение рентгеном, флюорографией. Да-да. Так вот, в 20-х годах прошлого века, когда только-только изобрели рентгеновские установки, и сам изобретатель рентгена рентген и его соратники-исследователи, они погибли от рака мягких тканей кисти. Почему? Потому что они подкладывали кисть под рентгеновую установку, демонстрируя безопасность рентгена. В последующие годы рентгеновское облучение, уменьшались его дозы многократно, то есть в сторону его безвредности. Потому что накапливался за 10-20 лет накапливался определенный опыт, который говорил о том, что эти дозы они опасны. Их уменьшали и уменьшили до определенного уровня. То же самое происходит и с УЗИ. Первые специалисты УЗИ, которые делали, у них есть профессиональное заболевание, это контрактура Дюпюитрена. Это так называемая птичья лапа, когда рука человека становится похожа на птичью лапу. Происходит стеноз апоневроза ладони. И это заболевание лечится только оперативным путем. А представляете, если это человек взрослый, которому УЗИ приводит к такому вот страданию, что будет с маленьким ребенком, на которого УЗИ действует, когда он еще такой маленький и такой незащищенный.
Как правило, когда делают УЗИ, ребенок начинает шевелиться активно. Активное шевеление говорит о том, что ребенку не безразлична эта процедура, она его обжигает, и он стремится от этого убежать. Есть даже такой тест. Если ребенок не шевелится долгое время, направьте его на УЗИ, он обязательно зашевелится, если он еще живой к тому времени. Но я думаю, что этого достаточно для того, чтобы к этой процедуре относиться очень осторожно. И цели, которые преследуют УЗИ. Но единственная цель, которая преследуется врачами при назначении этой процедуры, это следить за развитием ребенка. То есть, если у вашего ребенка есть уродство, значит, нужно срочно беременность прервать. Поэтому, если вы настроены на то, чтобы в любом случае рожать ребенка, какой бы он больной ни был, то естественно, что вам УЗИ не нужно. И второй момент. УЗИ еще делают для того, чтобы если что-то происходит в организме женщины в плане матки, что-то в матке происходит не так, или как-то ребенок не так питается, чтобы медикаментозным путем этот вопрос откоррегировать. То же самое, если вы являетесь противником медикаментозной коррекции беременности, то есть введения каких-то антибиотиков или препаратов иммуномодулирующих, либо препаратов, которые расширяют сосуды, то есть вы можете спокойно отказываться не только от этого лечения, но и от УЗИ тоже. То есть и еще есть такая книга Мишеля Дена, «Кесарево сечение» называется. Там очень интересно сказано, что было проведено американцами исследование, в котором обсуждались результаты назначения УЗИ 11 тысячам женщин, а также как они повлияли на исход родов. И оказалось, что ни 11 тысяч исследователей не привело к какому-либо изменению результата родов. То есть делали женщины УЗИ, не делали УЗИ, они все равно одинаково рожали или хорошо, или плохо. Бывают ли такие случаи, когда оправдано УЗИ? Допустим, это внематочная беременность. Ну, в нашем случае мы оправданным считается УЗИ только в нескольких случаях. Вот один из таких случаев – это когда женщина собирается рожать естественным путем, но перед этим ей было сделано кесарево сечение. Для того, чтобы посмотреть состояние рубца, мы можем и назначить сделать процедуру УЗИ примерно в сроке 30-32 недели, когда ребенок уже достаточно вырос и когда он, в общем-то, уже сформирован, и действие УЗИ будет на него минимально повреждающее. В случае внематочной беременности здесь очень часто бывают ошибки. То есть женщину подозревают внематочную беременность, делают ей УЗИ в раннем сроке 2-3 недели, вот. Диагноз не подтверждается, но после УЗИ очень часто в таком сроке может произойти выкидыш. Это первый момент. Второй момент. То, о чем мы говорили, то есть травмирующее действие УЗИ на такого ребенка, оно может бесследно не пройти. И еще один момент. УЗИ очень часто ошибается. И мы в своей работе с этим сталкиваемся практически каждый раз. То, что они пол не могут определить, это уже мы об этом не говорим. Но вот был такой случай, описанный даже в литературе, когда женщине сделали УЗИ, заподозрили уродство плода. Когда сделали, она согласилась, к сожалению, на аборт, на преждевременное прерывание беременности, оказалось, что у нее была просто двойня. Ну, хочется сказать об этой женщине. То если же эта женщина согласилась на прерывание беременности, по будь какой причине, то она уже является как бы виновницей в производстве аборта. Она несет такую же ответственность, как и те врачи, которые говорили. Кстати, в этом смысле очень интересный опыт есть по поводу наших православных врачей, которые работают в женской консультации. Вот свежий случай был, когда православная женщина, очень церковная женщина, врач женской консультации, к ней обратилась православная тоже женщина, у которой долго не было детей. Ей уговорили сделать УЗИ, опять-таки потому, что вот у вас возраст около 40 лет, и надо посмотреть. Ну хорошо, сделали УЗИ, заподозрили порок сердца у ребенка. И вот на эту православного врача начинает давить заведующая женской консультации. Вот ты там со своим Богом, ты нам делаешь плохую статистику, репутацию нам создаешь. То есть ты же понимаешь, что ребенок жить не будет, вот, и опять-таки он все равно умрет, надо что-то делать, надо помогать женщине, вдруг на время рода умрет, она уже такая возрастная. И вот, к сожалению, вот эта женщина, православная врач-гинеколог, она подписывает акт о том, чтобы этой женщине прервать беременность. И каково было огорчение и разочарование, и страх, и боль этих людей, когда ребенок оказался совершенно нормальным. То есть это была ошибка УЗИ? Это была ошибка УЗИ, на которую повелись в том числе православные врачи. Можете представить эту горечь или раскаяние вот этой женщины православной, она до сих пор раскаивается. Вот это моя одна из знакомых, которая раскаивается до сих пор в том, что она сотворила. Если бы она сотворила это, не будучи церковной женщиной, не каявшись в этих грехах, это одно, но когда уже покаялся, и вот так бесы подтолкнули тебя на такое страшное дело, с этим, в общем, нужно быть очень внимательным. Если мы затронули уже тему абортов,
Что вы можете сказать? Это как это влияет на женщину, на ее будущее, на будущее ее детей? Ну, вообще здесь есть то же самое, очень многоплановые вопросы. Если врач делает аборт женщине, то почему-то традиционно считается, что в этом виной у нас женщина в первую очередь, затем врач. Порой даже врачи снимают с себя всякую ответственность. Но надо сказать, что в этом виновны не только врач и женщины, в этом виновен муж, который либо настоял, либо который не смог женщину отвести от аборта. В этом виновна медсестра, которая держит крючки во время аборта. В этом виновна санитарка, которая убирает после этих абортов. В этом виновна мать женщины, которая не отговорила. В более широком плане в этом виновен каждый человек, который равнодушно прошел против этого случая смертоубийства. Представьте, что на ваших глазах избивают ребенка, а вы спокойно проходите мимо. То есть вы так же будете себя чувствовать виноватым, как если бы вы сами этого ребенка избивали. То есть виноваты все люди, которые имели возможность отговорить женщину? Совершенно верно. И в этом проблема. То есть православные люди, которые ходят сейчас в церковь, они совершенно не подозревают об этом грехе. Они совершенно не подозревают, что на них тоже этот грех лежит. Они об этом не знают и не каются, не исповедуются в нем. Они думают, что если я не делала абортов, значит, я ни в чем не виновата. Вот у меня есть очень интересный случай. Есть знакомая православная акушерка, которая работает в роддоме. Вот. Она, естественно, абортов не делает, она ходит в церковь, но у нее почему-то начали сильно болеть дети, внуки вернее. Начали внуки болеть, и уже потом, когда мы осознали, почему это может происходить, мы поняли. Дело в том, что она, естественно, присутствует во время абортов, она их сама не делает. Но она раньше присутствовала и в этом не покаялась. Ведь она же их не делала. И вот теперь Господь как бы показывает здоровьем детей, что нужно в этом покаяться, исповедоваться нужно каким-то образом и все. Принести достойное покаяние. Очень интересно состояние самих, ну а состояние женщин, которым подвергаются аборта, сказано много. О том, что они становятся бесплодными, о том, что у них часто бывают инфекционные заболевания, о том, что от них мужья уходят впоследствии, дети потом страшно болеют, те, которые остались в живых, то есть они как бы несут вот такую печать греха на себя. А вот интересно, что происходит с врачами, которые делают аборты. Мне пришлось на протяжении нескольких лет работать в женской консультации и поневоле проанализировать судьбу тех врачей, которые работали рядом со мной. И вот интересно, если женщина, врач-гинеколог, делает аборты до зачатия своего, то она остается бесплодной. Либо у нее развиваются, ну, бесплодие различное может быть, как правило, у нее развиваются онкологические заболевания придатков, именно по-женски. Три случая у меня таких вот есть, из 20 человек, которые работали, достаточно много. Если женщина начинает делать аборты после того, как у нее уже родился ребенок, то тогда становятся дети их болеют, как правило, дети болеют, но, как правило, бесплодными становятся уже эти дети. Еще один был такой случай интересный, очень известный врач у нас работал, и вот дочка у него родилась нормально, вроде бы все хорошо, но когда рожалась внучка, неправильно ложились щипцы, и ребенок потерял глаз, раздавили глаз. Причем это настолько редчайшая ситуация, что и почему-то она выбрала именно этого врача, который вот делал столько абортов, он считался очень серьезным специалистом по абортам. И вот Господь его таким вот образом приводит к покаянию. Вот вернемся к врачам, которые делают аборты. Есть у нас еще одна женщина, которая делала аборты. И на мой вопрос, знаете ли вы, что вы грех совершаете смертный, она сказала, что священник, которого я исповедовался, он сказал, что это твоя работа. Ну хорошо, допустим, можно принять, раз ты сказал священник, можно было бы это принять за какую-то истину. Но давайте последим, что происходит с этой женщиной. От нее лет 10 назад ушел муж ее законный. Ее старшая дочка, она, что называется, пошла по рукам. А сын, на которого была возложена единственная надежда этой матери, он рос очень тихим, спокойным мальчиком. И вдруг в 18 лет он принимает участие в грубом убийстве двух подростков и наносит собственноручные ножевые удары. Вот здесь очень важный такой момент еще, который хотелось бы осветить, что если женщина, акушер-гинеколог, производит аборты, будучи беременной, то получается, что ее ребенок, находясь еще в чреве, он становится соучастником убийства. Он как бы, это такой аспект, который нигде не поднимался, но об этом стоит подумать. И этот ребенок как бы становится, может впоследствии стать маньяком-убийцей, что, видимо, и произошло вот в этом нашем случае с женщиной-врачом-гинекологом. То есть там закладывается в него уже это... Совершенно верно. Информация была заложена. Дело в том, что дети, которые
растут внутриутробно, они духовно видят все, что происходит вокруг. Они могут реагировать на врача, они реагируют на любую ситуацию, которая происходит вокруг них. Допустим, трамвай прогрохотал, ребенок затаился, мы можем этого не услышать. Они реагируют на человека, который приходит, допустим, убийца рядом с женщиной прошел, а женщина не знает, человек убил там много людей. Вот, и рядышком проходит мимо нее. Женщина или там мужчина не заметит, а ребенок это четко почувствовал и затаился. И маточка начинает, матка этой женщины становится как камешек, напряженная. Очень часто бывает так, что женщины приходят в консультации и говорят, у нас ребенок постоянно напряженный, не знаю, что делать. А причина может быть какая? Это и домашнее окружение, и муж, который, допустим, хулиганит, дебоширит или там пьяный с работы приходит. Но это почему-то не принимается во внимание. Ну и кроме того, еще женщины, акушеры-гинекологи, у них действительно очень несчастная семья. То есть, если посмотреть, как правило, большинство из них расходятся, браки разваливаются. Вот. Ну, собственно говоря, таким женщинам остается только им посочувствовать и, может быть, помолиться о них, чтобы их Господь направил на правильный путь. Возможно сочетать в себе такие две разноплановые вещи, как служение материнству, созидательной жизни, роды и то убийство, которое регулярно совершается этими же руками? Но в акушерстве, вы знаете, как ни в одной области медицины, уживаются две совершенно противоположных ипостаси. То есть первое – это рождение ребенка, чистое, святое действие, процесс, который нельзя ничем замутнять, и врачи, которые находятся возле этого процесса. То есть те, которые служат сатане, о чем мы сказали, они не покаялись. Ну, есть такое интересное изречение, что там, где много благодати, там и зло вьется вокруг. Да? Поэтому, наверное, это связано с этим. И не зря 30-е годы акушерство оно насильно перевело все роды в роддома, для того, чтобы осуществлять контроль над рождением детей. То есть тот, кто осуществляет контроль над рождением детей, тот может и осуществлять контроль над всей жизнью человека последующим. То есть как это происходит? Назначение различных препаратов во время беременности, неправильное ведение беременности, оно приводит к тому, что закладываются основы заболеваний. То есть то, что женская консультация старается рекомендовать, допустим, не поститься, кушать больше творога, кушать больше мяса, применять антибиотики во время беременности или какие-то гормональные препараты, приводит к тому, что дети рождаются слабыми и больными и приводит в целом к вырождению нации. Вы посмотрите, что творится в странах Европы, ведь там же люди вырождаются. И то, что они живут, допустим, по 70 лет, это не говорит о том, что они очень здоровы. Это говорит о том, что у них очень высокоразвитая медицина, которая искусственно поддерживает уровень жизни их на определенном, то есть длительность жизни поддерживает на определенном уровне. Забери у них таблетки, они через 3 дня все вымрут от гипертонии, от инсультов, от инфарктов, от раковых опухолей и от всего прочего. А наш русский народ, он сейчас живет пока без таблеток. Нас пытаются к этому приучить, но люди сопротивляются. Вот возьмите такой пример, кесарево сечение, очень такой большой пласт. Я приведу пример просто. Если лет 20 назад английские женщины просили, сделайте нам кесарево сечение. Вот. И сейчас там проблема в том, чтобы женщинам показать, что кесарево оно является ненормальной операцией. То в наше время сейчас кесарево делают все-таки врачи, заставляют людей в целом женщин делать. И в целом русский народ, он против кесарево сечения. Но из-за того, что сейчас очень наводнилось новомодными европейскими разными технологиями акушерства, это приводит к тому, что эти вот кесарево сечения достигают 50%. Если говорить о кесаревом сечении, о его вреде для организма человека, то здесь мы имеем дело с геноцидом. И не просто с геноцидом, а здесь искоренение православного населения. Если процент кесарева достигает 40% среди обычных людей, то среди православной среды, особенно среди жен священников, достигает 70%. Вот если бы, допустим, взять такое благословение у какого-то из владык и провести такой скрининг по матушкам епархии, то вы бы нашли очень интересные цифры. Вот мы по Одесской епархии такие проводили, ну, такой вот неофициальный скрининг до 70%. Причем вот в одном из храмов, когда я эту тему поднял, мне сказали, вы знаете, у нас 6 матушек, 3 в возрасте и 3 молодых. Так вот, 3 молодым сделали 7 кесарева. А 3 матушки за 40 лет они рожали сами. То есть идет тенденция вырезания православного населения, православного духовенства. Что такое священник вообще в плане, значит, родоспоможения? То есть это человек, который регулярно находится в алтаре, и он освящается, не только он, но и его семя.
То есть рожденные дети от него, это дети, ну скажем, духовно продвинутые будут. То есть им даются очень серьезные задатки. И вот именно поэтому сатанинская система направлена, острие сатанинской системы, в первую очередь, направлена против жен матушек, жен священников, против их семени и против воцерковленных православных людей. Те, которые уже хотя бы 1, 2, 5 раз причастились, и которые уже действительно, дети которых это могут быть, принести серьезный урон для сатаны, серьезную опасность. Какой механизм, каким образом так получается, что именно жены священника, женам священникам рекомендуется кесарево сечение? Ну, здесь необходимо опять-таки вернуться к духовной сфере. Дело в том, что вот я сталкивался с такими примерами. Приходит, допустим, например, прием к врачу-гинекологу обычная женщина, мирская, которая не причащается. У нее, допустим, патология там, или варикозное расширение там, вен голени, там, влагалище, которое, так сказать, является, по их словам, препятствием к естественным родам, либо у них давление повышенное. И врачи каким-то образом пропускают эту женщину на естественные роды. Но стоит только прийти следом за ней православному человеку или матушке, как тут же ей предлагается кесарево сечение. Причем не то, что предлагается, а в грубой форме говорится, что у вас нет альтернативы. Вот именно в этом есть духовная суть этого. То есть врач совершенно не понимает, кто к нему пришел. Но сатана, который находится в нем, то есть надо понимать, что если, помните, мы говорили о том, что врач, сделав аборт, он начинает служить сатане не физически, духовно. Он духовно, просто матушка вызывает в нем неприятие в этом человеке, как антиподы. И он начинает действовать, сам того не подозревая, начинает действовать так, чтобы убить этого ребенка. То есть в данном случае конфликт происходит не между врачом и матушкой, а между тем, что сидит во враче, и тем, кто сидит в самой матушке. Понимаете? Это идет на конфликт на духовной почве. И мы этого конфликта физически не можем ощутить. Вот. Вы имеете в виду, что после кесарево сечения эти дети с ослабленным здоровьем, с какими-то физическими, могут быть, отклонениями? Здесь очень много можно говорить. Дело в том, что я вот сейчас договорю еще по матушкам. И вот когда такой матушке предлагается вариант кесарево сечения, у нее два варианта. Первый – послушаться доктора, который, как некоторые говорят, от Бога. И второе – положиться на Божий промысел. Матушка – это такой же священник, только она не входит в алтарь, понимаете? И матушка, к сожалению, не все матушки знают, что к ней предъявляются такие же претензии, такие же требования, и, как и к священнику, что она тоже на виду. Она это, к сожалению, забывает. Почему-то считает, что служит священник, а матушка – это так, такое приложение. На самом деле брань ведется как против священника, так и против матушки. И Господь попускает то же самое искушением и священнику, и матушке. И вот это не что иное, как искушение. Испытание, экзамен матушки. Пойдешь ты на поводу у бездуховных врачей, либо ты скажешь на все воля Божия, и я буду рожать сама, что бы там ни случилось, усилю пост, усилю молитвы, отслужу молебны, попрошу благословения у старца в конце концов, вот, и буду рожать сама. И вы знаете, вот мы это видим очень часто, если матушка идет по второму пути, то есть по пути Божьего промысла, она прекрасно рожает. А врачи только говорят, ну это у вас так получилось, это у вас там все, понимаете? Если же матушка идет на кесарево сечение, потом дети очень часто могут или умереть, или матушка, получается, у нее какие-то серьезные осложнения. Эти дети становятся потом заложниками этой системы выхаживания детей, страшной системы. Ну вот была такая ситуация, священник вот в Киеве, родилась у него двойня. Мы их очень просили. Заберите детей из кювеза, заберите их оттуда, не надо. И вот детям кучу денег они потратили, очень много, влезли в большие долги, супер дорогие медикаменты покупали. В результате в течение, по-моему, 3 недель один ребенок умер из них, а одного через месяц удалось забрать оттуда все-таки, перевезти. И вот один ребенок остался живой, но один-то умер из двойни. Понимаете? Ну, я сомневаюсь, правда, что эта семья поняла что-то, что, к сожалению, они также остались верны медицине, продолжают лечить этого ребенка. Вот, а у них такой вот чахленький, так, где-то средний. То есть еще задача этой медицины акушерства, задача в том, чтобы привязать к себе последующее поколение. То есть если ребенок родится болезненным в результате кесарево сечения, то мама, опять-таки, она постоянно будет обращаться в медицину. Совершенно верно. И если, допустим, этот ребенок, он постоянно обращается в медицину, постоянно лежит в больнице, то он и на причастие не может пойти. Ведь как же, сказали, на улицу выходить нельзя, у вас высокая температура. Все, ребенок от причастия уже отлучен. У нас была такая ситуация, когда в нашем храме, в одном из приходов в Одесской области, ребенка в
Ему было 5-6 месяцев, начали резать зубы, появился понос. Его взяли в инфекционку, в инфекционное отделение положили. И вот через 2 недели, когда этот ребенок пришел на причастие, он от всех детей, людей шарахался. Просто шарахался. Ему казалось, что в каждом человеке сидит врач, который будет делать ему уколы, капельницы и прочее. Но примерно через 1,5-2 месяца ребенок пришел в норму, когда его начали регулярно причащать. Вот. То есть, ну, можно себе представить, что происходит с детьми в этих больницах потом. Скажите, какие обследования, которые проводятся в больнице, вы рекомендуете, а какие нет? Ну, обычно стандартно мы рекомендуем женщинам делать анализ мочи, анализ крови, но это для спокойствия врачей. От остальных анализов вполне можно удержаться по двум причинам. Во-первых, подготовка к естественному роду, она как бы отметает всю необходимость в этих всех лечениях, всем и в обследовании. А второй момент, это то, что по результатам этих анализов многочисленных, которые нынче предлагаются женщине, неизвестно, в какую сторону это все выведет. Дело в том, что сами результаты анализов, они позволяют врачу назначать большое количество различных препаратов. Собственно, для этого они и созданы. Ведь не секрет, что наша медицина в целом находится под колпаком у фармацевтических компаний, в том числе и акушерства. Поэтому любой анализ, он, как правило, истолковывается в пользу болезни. Вот у вас то-то, вам нужно попить вот это. У вас вот такие-то отклонения, вам нужно попить вот это. Редкая женщина уходит от врача, участкового врача-гинеколога и не получила никакого назначения. Хотя еще педиатры уже много лет назад говорили о том, что беременной женщине нельзя получать никакие препараты. Беременность должна быть свободна от лекарств. Иначе все это потом вылазит на детях. Но уже через 1,5 года, через год, через 3 года. Вот. Поэтому очень опасны анализы на ТОРЧ-инфекции. То есть вот заставляют женщину сдать анализы на хламидии, токсоплазмы, герпес, вирусы. Затем, когда приходят положительные результаты, предлагают ей лечение. Опять-таки, какое лечение может происходить во время беременности, если масса женщины, к примеру, 70 кг, а ребенка, ну, к примеру, килограмм. То есть, если беременная получает таблетку, там доза одна, то для ребенка эта доза будет в 70 раз больше. Многочисленные анализы влекут за собой назначение различных лекарств. Какие лекарства можно употреблять беременные и в каких случаях? Ну, наверное, отвечать на этот вопрос нужно начать с конца. Необходимо ли назначение, для кому выгодно назначение всевозможных этих препаратов? Дело в том, что в настоящее время современная медицина находится под колпаком у фармацевтических компаний. Существует целый отряд медицинских представителей, которые ежедневно, ежечасно приходят к врачам, работают с ними, уговаривая и заставляя, подкупая их назначать препараты своей фирмы, которые они продвигают. Ни один продукт, находящийся сейчас в аптеке, будь то перчатки резиновые или зеленка, не продается без того, чтобы его кто-то не продвигал. В противном случае просто этот продукт не будет покупаться самой аптекой. Вот. Что касается второй части нашего вопроса, это значит, очень хорошо о сути медицины сказано вот такой книжечке. Это книга Роберта Мендельсона, американского автора. Я зачитаю, позволю себе зачитать его биографию немножко. Это Роберт Мендельсон, крупнейший американский педиатр, родился в Чикаго, штат Иллинойс. 12 лет преподавал на медицинском факультете Северо-Западного университета. Столько же лет был профессором педиатрии. В начале 80-х годов являлся президентом Национальной федерации здоровья. И вот его интересные мысли, которые он высказывает по поводу современной ситуации в медицине. Лечение методами современной медицины редко бывает эффективным, но зачастую опаснее болезни, против которой оно нацелено. Я верю, что эта опасность усугубляется еще и тем, что вредные процедуры применяются там, где вообще не требуется медицинского вмешательства. Я верю также, что если более 90% врачей, больниц, лекарств и медицинских приборов исчезнут с лица земли, это тут же положительно скажется на нашем здоровье. Я уверен, что современная медицина зашла слишком далеко, применяя в повседневной практике методы, разработанные для экстремальных ситуаций. Была ли доказана хоть какая-нибудь роль этих процедур в поддержании или восстановлении здоровья? Нет. И стоит ли удивляться, что когда вы приходите к врачу, с вами обращаются не как с человеком, которому требуется помощь, а как по социальным потребителям продукции фабрики чудес? Ну вот, собственно говоря, немножко то, что вот о чем говорит Роберт Мендельсон. Вот эта чудесная книжка, которая вышла в Новосибирске, в издательстве «Гомеопатическая книга». И сейчас является, в общем-то, достаточно популярной среди врачей-натуропатов. То есть, итак, мы
Понятно, что цель всевозможных назначений является не лечение самого человека, не помощь человеку, а именно диагностика приводит к тому, что врач назначает все больше и больше препаратов, все больше и больше антибиотиков или химиопрепаратов. Поэтому наша задача как можно тщательнее оградить человека от воздействия всех этих, от воздействия так подобных врачей. То есть вы считаете, что беременной женщине применять лекарства противопоказано? Совершенно верно. Учитывая тот факт, что беременная весит